наши ставки, что это? Раз, два, три. Ведро! Я хотел не ведро, но получилось ведро. Ну, вот ничего не сделать. Ну, возможно, что-нибудь еще там есть? Нет, нету. Да, ладно. Так, о, мы копаем. Точнее, я копаю. Он пошел копать другое, да. А я пошел копать другое с вот этим. Вадимыч одолжил мне МД свой, пират. Ну все, давай, иди, копай. Тоже копай. Да, все. Блин, как неудобно-то. Ну, с Богом. Хотя. Ну, короче, когда будет что-нибудь, я включусь. Пока. На банку пищит точно. Ну, проволоку плохо видит. О. Так, просто промелькнет и все, если что-нибудь будет. Все, давайте. Че, первый хороший сигнал такой. Ну, как видите, прям вообще мощный. Сейчас посмотрим, что там. Какая рыбка клюнула. Начал копать. Ну и какая-то хрень тут. Не знаю, это скорее всего она. Что такое? Сейчас. Попробую пропиликать. Возможно, это она. Ну, по идее, должно быть что-то большое, но, блин, я нашел только вот эту хрень. Не знаю, что это такое. Ждите включения. Короче, это какой-то лист металла оказался. Но тут еще какой-то сигнал рядом. Сейчас еще копну. В общем, ребята, нашел я обойму от роликового подшипника. Это я оставлю себе, потому что я кузнец. Ой, хотя у меня дохуя их. А Дима будет подарочек. И нашел карабин вот такой. Наверное, для тросов использовался. Не знаю. Но тут, в общем, еще один сигнал есть. Я прям не знаю, что там будет. Хотя, наверное, такая же хрень небольшая. Сейчас глянем, что там. В общем, господа коллеги, нашел я ведро. Как классно. Как четко. Ведро — это классно. Достану его. О, ведро. Какой кайф ведра доставать. Ты, блин. Сейчас глянем, может, внутри еще что есть. Я, по крайней мере, надеюсь. Сейчас, серьезно. Не, ничего больше нету. Ой, смотри, червяк вылез. Это червяк. Да. Холодно, конечно. Но он вялый какой. Вообще. Ладно, давайте. До следующего включения. В общем, нашел я еще что-то. Сигнал такой хороший. Крупное что-то, наверное. Возможно, это где-то здесь. Сейчас посмотрим, что там. Ребят, тут что-то очень крупное. Покрупнее, чем то. О, ёлки-палки, гляньте, чего тут. Какая крупная железка, тяжелая еще. Пару килограммчиков точно весить будет. Вообще. Сейчас проверю ямку, может, там что-нибудь еще лежит. Не, больше ничего не лежит. Ничего больше. А, ну это лопата. Вообще больше ничего нету. Так,
сейчас я вот этот квадрат пройду, вот сюда, потом вот так. Ну, условный квадрат, короче. Пройду и посмотрю, что там есть еще. Ждите следующего включения. Один сигнал. Хорошенький такой. Вот здесь где-то центр. Сейчас пропищу. Что-то интересное. Не знаю, что это. Главное, чтобы не ведро было опять. Варимчик капает. Так, продолжаю. Ебать, нашел вот такую здоровенную плиту вообще. Мать тяжелую, 10 кг, наверное, весит. Прям. О, блин. Огромная. Сейчас проверю. Пикнуло. Больше ничего нету. Прям вообще огромная штука какая-то. Вообще. Вообще, прям вообще. Пец. Класс. Круто. Жал, я еще какую-то штуку. Огромная. Надеюсь, не ведро и не какое-нибудь. Какой-нибудь, короче, сейчас включусь, посмотрим, что там. Кусок арматуры прямо на поверхности лежал, блинский. Сейчас проверим, может, что-нибудь еще там лежит. А вдруг? Блин, нет. Жалко. В общем, иду я за железом. Вадим же сказал, что собираемся. Вот. Но там железка одна стоит. Вон она. Вон там еще пару штучек лежит. Сейчас я иду вон в тот квадрат. Там, короче, нужно кое-какие штучки забрать. Потом вот эти штучки забрать. И к Вадиму. И все. Посмотрим, сколько я набрал. Короче, собрал столько железа. 20 кг, наверное. Классно, да. Ну давайте, телезрители. Прощайте, всем бобра.